Стальной хват России. Еще раз привет. Все это в одной сессии. Володя не успокаивается. Говорит, Иваныч, принес 6 килограмм болтов, будем ломать все. Будем интересоваться, насколько организм готов к таким нагрузкам. Интересуемся. Стальной хват России. Организация серьезная. Володя серьезный человек. Начали мы с того, что сломали на 205 вот этот болтик интересный. Сан. Как-то у него тут написано Сан. Вот. 8,8. Далее. Мы сломали, был второй болт на 185. Тот же Сан. Вот он. И 8,8. Затем провели эксперимент. И обрезали на 170, вот кусочек, тут 35. И в мягких пацах, мягкие пацы как пацы? Пацы защита, перчатки. Все пошло туговато. Поэкспериментировали, надогнули на станке, посмотрели, сколько на станке килограмм, выяснили 215 на 30 градусах. Из 35 градусов уже в наших, ребят, настоящих пацах СХР спокойно сложили. Ну и решили, что Володя сказал, давай попробуем, Иваныч, с самого начала в твоих СХРовских. Итак, длина 165. Вот он, кусочек 4 сантиметра. То есть это от 205-го. Вот он. Сан 8,8. Поехали. Володя попробует. В минус 4 сантиметра получается. Минус 4 сантиметра, но в жестких пацах, потому что перчатки мягкие, на сила уходит, ну как в чопах. Сила очень сильно уходит, поэтому да, можно составлять, ничего страшного. Тут ситуация больше, как ты попробуй, как тебе удобно. Мы знаем, что такое жесткость и как, для чего она нужна. Поэтому... Сейчас попробуем отработать на 165 болта с прочностью 8,8. Мебельный болт. Ну давай, Володя, стальной хват России за тебя. Вот так, ребят. Вот так, что делает пацы СХР, майка СХР. И просто здоровый человек Володька. Вот так, Володя. Второй кин сейчас уйдет за прямой. Смотрите. Come on! За прямой ушел. Осторожненько. Покажи, дай посмотрю. Ну, фактически да. Фактически прямой. Но сейчас не дожмешь. Еще чуть-чуть. Еще надо надогнуть. Тут не надо, тут можно травмировать себя просто, и все, на этом закончится сгибание. Сейчас надо уйти за прямой. Нужен еще один кинг, фактически. Переход под, за прямой угол под дожим. Как и в оверхенде. Ага. Давай. Погнали. Давай еще. 165, 8,8. Отлично. Покажи. Ну, все. Уже вроде бы можно пытаться. Вот смотрите теперь. Сейчас краш у него серьезный. Очень достаточно серьезный. Термит хорошо сжимает. Молодец. Кома. Вот так вот. Underhand. Вот так. Вот так. Все, хорош. Разматывай пальцы все. Снимай. Ну, можешь, значит, с этого снять. Вот эти убирай. Резинки убирай. Ну, ладно, если так. Не надо, порвешь. Сейчас все разорвешь, надо показать. Спешит, торопится. Размотать, надо показать, что мы тут ничего не делали. Непонятного. Покажи, пац. Значит, это простроченная 300 на 300. Пожмяка ее в ладони, что она мягкая. Да, вот 300 на 300. И вторая. Что помимо сил рук и небольшой защиты пацов, да. Ничего не было. Ребят, молодец, так покажи.
пожмякой. Угу. И пруточек. Ребят, еще с рычагом. Обалдеть. Обалдеть. В пятачок. Вот он, в пятачок. А фактически тут, если вот так, как мы знаем, ну, опять же, тут сослагательных никаких наклонений. Если бы до кобы на 160, на 150, точнее, отрезать, нет. В следующий раз. Вот так вот. Куча болтов сломана одним человеком в течение там буквально часа, наверное. Ну, может быть, чуть больше. Вот они, откусы. Значит, сломали на 205, на 185 и на 165. Коэффициентом 8,8 в одинарной защите стального хвата России. Вот от Володи. Вот так. Пока дышу, надеюсь. Все. Всем здоровья. Встречаемся в обители. Пока.